все в снегу. Снег идет, снег летит. Попросили высказать мое отношение к перекиси водорода. Я как-то думаю, как начать. Я их не зову, у меня ничего нет, я их не зову. Не зову. Начинают меня покусывать. Они меня со всех сторон обложили. Начинают покусывать. Вот они обложили. Обложили, смотрите, грызут. Грызут, обложили, смотрите. Обложили, грызут. Молодцы. Все, молодцы. Давай, все. Хватит. А то на ножку наступлю. Все. Ну вот, видите, как мы с собаками общаемся. Неумывакин про перекись водорода рассказал очень хорошо. Он как специалист с ней знаком, применяет. Естественно, как он там сказал, так она и действует. Что бы я хотел сказать? Вот когда говорят, что есть какое-то средство, которое, ну, можно сказать, универсально, оно тут помогает, надо его тут есть. Ну, это мне сразу как-то несколько коробит. Так я вам скажу. Почему? Потому что самое универсальное средство – это наша жизнь. Вот жизненным процессом надо управлять. Если человек не научился управлять жизненным процессом, и он думает, что это за него сделает перекись водорода, то это глубоко ошибочное мнение. То есть применять перекись водорода, ну, на каких-то жизненных этапах, там для коррекции, там вот, я согласен это сделать. Впрочем, как и керосин, как, допустим, все остальные вещи, я согласен с этим, что это можно делать на отдельном этапе, в отдельных ситуациях. Но когда человек начинает уповать на одно и то же средство, что вот оно заменит ему все остальное, и он может поступать там, как ему заблагорассудится, там траву купить особую от Пантелеймона, целителя, вот я такое тоже слышал, то, ну, это заблуждение. То есть выходит так, можно объедаться, ничего не делать и, грубо говоря, там перекись водорода пить, либо травку целителя Пантелеймона, либо бобрячую струю, либо керосин. Вот при этом объедаться сладко и быть здоровым. Ну, нет такого. Вот я вам высказал свое мнение. На коротком этапе, там, для коррекции, все это подходит, на более длительный нет. Это оказывается тормозом.